Всем привет, дорогие друзья! Ну что, давайте с вами сейчас нарисуем машину. Нарисуем мы машину с вами обычными фломастерами. Итак, давайте начнем. Конечно же, чтобы машина у нас получилась полностью, да, мы сделаем чуть-чуть все, как говорится, по элементам, да. Вначале я начну с одного колеса. Чтобы начать с колеса, нам потребуется нарисовать два круга. Маленький кружок вот такой вот. Раз. Второй. Дальше мы нарисуем черточку одну. И нарисуем второй большой кружок. Вот раз. В идеале, чтобы они были более ровные, как говорится, да. А помимо того, чтобы они были более ровные, надо, чтобы они еще вот так. Одного размера, это самый идеальный вариант. Вот. Вот так мы рисуем, да, подъем, и вот такое вот завихрение мы рисуем у машины. Внешний контур мы машины рисуем, да, вот так вот, оп. Вот такой вот багажничек ей. Вот. Соответственно, это есть корпус машины. Дальше. Раз. Два. Черточки, да? Вот так вот. Вот такой вот у нее руль будет. Здесь мы можем ей, конечно же, нарисовать небольшую фару, чтобы она светила. Вот так вот. И, конечно же, чтобы фара была более светящая, не такая, мы возьмем ее и подрисуем, чтобы она была более яркая у нас. Вот так вот свет далеких планет. Вот так вот ракета прям получается. Ну, это фара. Вот. Давайте сделаем, кстати, единственное еще. А здесь можно сделать вот так вот. То есть, соответственно, до стоечки. Где, то есть, у нас дверь будет. Окно будет не во всю дверь. И здесь можно вот так вот. Ручка такая. Оп, одна вперед открывается дверь, другая назад. Вот такая вот у нас машина интересная получается. Зарисуем ей диски темно-синим. Вот так вот. Темно-темно-синий прям.
И баллоны зарисуем более светло-синим фломастером по крышке. Вот. Ну и машина у нас будет. Давайте, чтобы было ярко, четко, сочно, красненького цвета. Вот. И наша машина почти готова. Кто, кстати, еще не подписан, подписываемся на канал, ставим лайки, делаем репосты. И чтобы у машины у нас, конечно же, получилась фара более интересная, давайте ее вот так закрасим красным все-таки, чтобы все было закрашено розовым таким вот. Пожалуйста, наша машина готова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, до новых встреч.